father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping. Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Мин, в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о том, что возникает проблема многих людей с покупкой вещей в CSGO, то есть вы покупаете ключ, неймтег и так далее, и возникает такая проблема, что вы нажимаете купить, оно начинает покупать, но оно зависает, то есть идет покупка и дальше ничего не происходит. У меня такая же проблема возникла. Я много шарился в интернете, перепробовал много различных способов, но помог мне всего лишь только что один способ. Итак, когда, если у вас запущен Steam, то, пожалуйста, выключаем его и заходим в место, где он установлен. В моем случае это вот так. Находим это вот, SteamXE. Нажимаем по нему правой кнопкой и запускаем от имени администратора. Ждем запуска приложения. У вас запустилась игра. Игра Steam. Далее переходим в настройки Steam и заходим в игре. И обязательно, чтобы у вас стояла вот здесь галочка «Включить оверлей Steam в игре». Вот. После этого мы переходим в игру. Итак, дорогие друзья, я перешел в саму игру. Магазин, нажимаем «Купить» и смотрим. У меня вот вышел окошко, налог, вся фигня, авторизовать. Вот, сделка совершена, наслаждайтесь. До этого у меня были проблемы с покупкой в магазине с ключами. То есть, этот метод реально работает. Если вас не покупают в магазине CSGO, вы обязательно запускаете, так сказать, Steam от имени администратора. Обязательно проверяйте, чтобы оверлей у вас был включен, поставлена галочка. После этого у вас, по сути, должно все сработать. Перед видео, как сделать, я все это проверял, у меня все получилось. Вот, вы можете наблюдать, неймтег я купил. Все, в принципе, работает. Думаю, это видео для вас станет полезное. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Пока.